Сорвалась, и как все, как во сне, я не я, не моя карусель, и мечта не моя, или дым, или грусть, или дождь по глазам. Я вернусь, полчаса, полчаса. Полчаса поезда под откос, полчаса не твоя полоса. Полчаса, полчаса не вопрос, не ответ. Полчаса, полчаса, полчаса без тебя. Полчаса, полчаса он и я. Полчаса, каждый сам. Полчаса по своим адресам. Полчаса, 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 полчаса. How did we ever go this far? You touch my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Stars we burn away the miles. Гол мора. У меня кончились бабки. Я вчера зашла в перекресток. Купила себе 2 сырка на завтра. Жрать дома нечего совсем. Суп протис. Я сегодня попыталась сожрать тарелку супа, у меня не получилось. Я на завтрак съела сырок, пообедала тоже сырком. Сегодня? Да. Потому что жрать нечего, денег нет. Так у меня сил-то нет вообще, Паш. Я сижу, ты посмотри на меня. Я сегодня ему говорит: Юлька, вставай, надо на концерт. Я говорю: Паш, не могу. Я даже не ела ничего. А когда тем более болеешь, как бы еще такое состояние, ну а что делать, Саш, другого Паша, варианта нет. У меня есть концерт, еще. Я не вижу это как бы вариантом. Паша, он сказал, потом что никто не пойдет, я буду отменять концерт. Спишут меня на все штрафы. Ну да. Понимаешь, как бы это что, надо мне, чтобы потом были какие-то проблемы? Больше не никого, умирать и молчать, не искать, не любить, не жалеть и не спать. Никогда, никуда, никого, не пускать, не твое, я пью, не приснится вода. Не твое, не мое, провода, провода. Героин, пульса нет, только ты не при. Okay. Just wait a second, because we need to prepare. Yeah, и countdown сделаешь, обратный отсчет. Многие люди думают, что как бы вот у нас какой-то конфликт, в общем, поссорились, значит, Ваня плохой, там, дегенерат, тиран и так далее. Нет, он очень талантливый человек, он действительно нас сделал, потому что, ну, без него мы просто Юля и Лена, а... Как он появился в нашей жизни, мы стали группой Тату, безумно популярной, не только в России, этим мы, безусловно, обязаны ему. Только ему, его идеи и так далее. И, в принципе, идея-то его эксплуатируется до сих пор. Получается так, что там, блин, Ваня всем руководит, и мы там вообще просто никто. Знаешь, я туда прихожу, я себя не чувствую, например, артисткой. Я чувствую вот артиста, вот как бы, ну, я не могу сказать, мало больших театров, это Ваня Шпалов, знаешь. Я вот на него смотрю, у меня такое ощущение, что звезда он, знаешь. Который там, я сам знаю, это так, это сяк, это вот не так, это вот, знаешь, вот с людьми так разговаривать. Я вот чувствую, что Ваня там, вот, знаешь, крышу снесло. А зачем разрывать отношения? Не обязательно разрывать отношения. Но я уверена, что сейчас, например, Ваня парится. Еще как парится, что у него ничего не получается. Мы исполняли там то, что придумано кем-то. Да? Все хорошие люди уходят от Вани. Все. Понимаешь? Есть только настоящее. А прошлого нет, потому что оно было. Будущего нет, потому что оно будет. То есть нет ни прошлого, ни будущего нет. Мне даже такое
такое ощущение, что его не очень интересовали деньги, слава и так далее. Это такой вот Мефистофель, который очень хотел, чтобы девчонки 13 лет продали душу дьяволу, вот, если так можно выразиться, подписали с ним договор. Пик популярности в России он как бы уже прошел, ну, я так думаю, то есть нас еще пока не забыли, но и смутно помнят, потому что очень большой перерыв был в работе, не показывались нигде, и там, ну, вообще не разбериха была в Европе, в Америке, не знаю сейчас как. Ольга. Hello. Скажи hello. Hi, скажи hi. Я говорил hello, а ты скажи hi. Как бы, если сказать, что мы подружки, Юль, это нечестно. Это не так, потому что как бы на самом деле не то, что мы ее не считаем, она нас даже не считает своими подружками. Правильно ведь так? Правильно. Фанаты тоже нельзя нас назвать фанатами, которые мы вообще тоже ездим 3 года, как бы мы не фанаты. Я даже... Короче, вот смотри, видишь, на втором висят шмотки, а вот на третьем хорошо, висят. Хорошо, Юля, вот, свет горит, следующее окошко, это ее. Вот на третьем этаже, где свет горит, следующее окошко ее. Можете снимать. Я сказала, он снимает, смотри. Детки за нами ходят, да? Прикольно. Слушай. Они как клевые, на самом деле, мелкие такие. Да? Давайте, давайте с ними познакомимся. Давай. Девчонки, идите знакомиться будем. Как вас зовут? Юля. Алена. Аня. Алена. А мальчиков как зовут? Меня Саша. А тебя? Мне 3. А сколько же вам лет? 11. 10. Большие 10. Уже? 10. Но все равно большие. Здесь живете? Да. Да. Вот, да. Я 18. А я вот в этом подъезде, 4. Понятно. Я в том доме. А что же вы тут-то делаете? Ну, оказались вообще дети. Вообще-то секрет фирмы. Секрет фирмы? Гуляете просто, наверное. У меня Катька в 2 раза больше, чем они. Вот сколько у тебя? Кому 11? Тебе 11? Мне 11. А, ему 11. Но все равно. У меня сестренка вот так вот она мне уже вот так вот. Ей 12 лет. Размер мой. Все. Будет даже уже чуть больше. Они поют, не? Поет очень классно, но не хочет. Счастливо, да. Приятно было познакомиться. Да. Ладно? Да, до свидания. Ага. Вот и все. Мы очень дружны. Распишутся на интимном месте, да, да. Нет. Это нет. Нет. Мы. С ее папой очень хорошо дружит. Да он врет все время. Он врет, все врет. Вот снимайте. Он врет. Он все это рассказывает уже 2 года. Каждый раз. Каждый день одно и то же. И новый, у него старый уже. Все это все выше. Сейчас он скажет, что у него есть фотографии, где Юля маленькая. Сейчас вот они выйдут. Да. Только Юля почему-то его каждый раз слушает. Завтра на маникюр поеду. Я же договорилась. 4:30 я ее делаю.
делает маникюр, педикюр, там, все дела. Кошку красить пока не буду, но я в болото. Важно, положительная рецензия или отрицательная, важно, какого размера фотография в газете. Вот, вот эту истину Шаповалов, образованный человек, прекрасно понял. И я совершенно убежден, что все его проекты будут вот такими вызывающими, обязательно скандальными. Мне же все-таки с ней на сцене теперь. Ну да, да. Когда она такая маленькая, я на фоне нее кажусь просто, как мне, а ты по телевизору такая крупная, такая маленькая оказывается. Мальчики, 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 мальчики. Постоянно ссоримся. Очень часто бывает, что ссоримся, но миримся. То есть на ссоры такие пятиминутные, да. А, дура, сама дура, не разговаривай с тобой. Я тоже с тобой не разговариваю. Все, через 5 минут уже там любовь-морковь. Сейчас они везде, просто везде. Да, это да, ты да. Как бы не следишь за творчеством 7Б, допустим, да? Ну извини, пожалуйста. Как бы ты не знаешь, где они популярны. Не ори на меня. Заткнись, пошла нам. В свет засунь. Засунь. Да ты фанатей дальше от Нечаева, иди катайся. Хорошо. Качай с интернетом. Твоя, ты качаешь песню. Ругались. Юлька совершенно другая, она полная противоположность мне. Вот я более спокойный человек, а она вся вот прям вот какая-то прям очень энергичная. Вот, она очень вспыльчивая. Ну, отходчивая, наверное, нет? Отходчивая, да, но вспыльчивая, да, до безобразия просто. Ты знаешь, там, там, вот. Я по габаритам не подхожу под Юлю. Да, блин, Оль, не про это разговор про... Ну, если по характеру, как бы, ну, я более такая, как бы, ну, такая, нет, бесшабашная такая, ну, как бы, такая, ну, все быстрее делаю, как бы, да. А вот Катя, она такая медленная, она как-то вот, а вот ее там нахуй пошлешь, она заткнется, глазами похлопает и все, как бы. Вообще должен человек быть, мне кажется, спокойным, понимающим, добрым, но в то же время, опять же, у нас вот эти качества, ну, вот, например, обида элементарная, ну, никуда от нее не денешься, но все равно, как бы, ну, там кто-то тебе скажет грубое слово, но тебе обидно же, правильно? Ты чувствуешь не то, чтобы злость, просто обиду. Даже там, ну, я не знаю, вот стоишь в очереди в магазине, подойдет кто-нибудь, тебя пихнет. Ну, обидно же, прям, как бы, естественно, я не буду там стоять, кричать, ругаться, там, орать, что водка, там, что это такое, там, тра-та-та, я отойду в сторону. Мне, например, у меня слезы сразу из глаз льются, мне обидно, за что? Да, вот это мы настоящие фанаты тату. Да, мы ругаемся матом, и девочки тоже ругаются матом. Да, вот мы такие. Сорвалась, и как все, как во сне, я не я, не моя карусель, и мечта не моя, или дым, или грусть, или дождь по глазам, я вернусь, полчаса, полчаса. Второй альбом не могу сказать. А как запись проходит? Запись проходит сейчас. Юля ждет ребенка. Сейчас, пока я пишу всякие демо-записи, да, ну, пробные материалы, чтобы впоследствии на него были сделаны аранжировки и так далее. Комары летают, тут кусаются уже, достали. Вот. И как бы потом, когда, ну, там, Юля родит, восстановится, тогда уже пойдет работа полным ходом, будем записывать чистовую запись, окончательный вариант альбома, будем выпускать, и начнутся, естественно, я думаю, что и концертные туры, и промо-туры, и не только по России, но еще и по загранице, там, Европа, там, Америка в частности.
где? А что за съемка-то? Ну, дядя Олег и Юлин папа, как бы, он собирает все. Я ему все время привозила там, короче, ну, и он сам покупал. Пачками, эти газеты, наверное, привозила. Да, короче, вот. И как бы, ну, там, иногда он не знает, там, что вышло, короче, я им там привожу или говорю. Иногда я там, не знаю, и мы все время с ним обменивались, там, тогда, короче, так все говорили друг другу. И вот она поэтому сейчас прикалывается, говорит, сейчас дядя Олег крикнет «Комсомольская правда», он да, сразу вылезет. Да, вышла «Комсомольская правда» как раз с Юлей, с Леной, потому что давно про них очень не писали. Ты еще помедленнее объясняй, то они не понимают, не успевают улавливать фразы. Я была первой, кто об этом узнал, ни мама, ни папа, как бы вот она, я помню, пришла, когда еще была такая нерешительность в действиях, что делать, как бы она, Лен, так и так, вот, и как бы я, конечно, была против аборта, она сказала, что давай нам ребеночка. Да, ребеночек будет самым симпатичным. Ну все, так что ничего. И сама Юля там мыла, и мама, и мы мыли стены, как бы. Ну, на самом деле, вот сейчас, как бы, все, видите, сделали ремонт, и не появляются такие дикие фанаты, здесь которые исписывают стены. Вот, видите, ну, да, все это вымыто, все это замазано, да, и также везде, короче, на всех этажах. Человек, что мне надо сваливать из шоу-бизнеса и не портить его вообще, хотя он вообще уже все весь шоу испортит. В общем, я заканчиваю первое образование, потом иду учиться на адвоката и буду работать юристом. Разные ночи, разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит, кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы, кто-то понты, а кто-то маньяк. Не верь, не бойся.
Вообще говоря, не надо забывать о том, что, в общем, и музыка хорошая, и слова тоже, и девочки талантливые. А совершенно ясно, что они не соответствуют, их жизнь совершенно не соответствует тому имиджу, который Шаповалов для них создал, вот таких юных лесбиянок. Это совершенно не так, конечно, это очевидно было. Поскольку мы сейчас решили уходить от лесбийского имиджа, вот, потому что, ну, я думаю, что всем уже известно, что, как, если что-то было, конечно, да, это период такой очень сложный, подростковый, как раз и в этом возрасте мы пришли на сцену, и, конечно, это было и актуально не только для всех остальных, но и для нас тоже. Не можешь ты понять, что вот, например, если есть лучшая подруга, ты не понимаешь, у тебя к ней дружеские чувства или нечто большее. Или это какое-то влечение к девушке. И потом, в любом случае, каждому хочется попробовать что-то новое, что-то там. Вот. Поэтому все это, конечно, присутствовало в жизни, и это использовалось просто качественно, умело, и сыграло огромную роль. Но за это, опять же, спасибо Ване. Они вообще очень отличаются от своего... Сценического имиджа. Да, сценического образа в жизни. Они совершенно кардинально... Да, совершенно образом... другие, на самом деле. Крыжовник, да. О! А, он хороший, кисленький, бодрит, так. Просто интересно чисто наблюдать за девчонками. Вот это вот, мне кажется, даже намного. А мне не интересно чисто наблюдать. Мне, например, интересно было с ними чисто общаться. Мне интересно было за ними. Изначально, да, мне было интересно за ними наблюдать и общаться. Но это все входит, Оль, наблюдать это входит в общаться. Нет. Наблюдать это одно, общаться это другое. Нет. Ну что с одной и той же программой ездить? Ну все, вилла надоела уже. Ну, я сошла с ума выходить на сцену, петь там, не знаю, как в миллионный раз. Ну это же все, это же уже каюк. Ты ненавидишь эти костюмы, ты ненавидишь эту песню. Когда поешь, слова забываешь. На 14. Нормально, да нормально, она сейчас ее над водой. Помахай что-нибудь. Нормально, нормально. Нормально. А врач есть доктор? Я доктор. Нормально, не надо ей больше ничего, махай просто. Ей нормально, ей вода вполне помогает. Настя, сколько она сегодня ела? Она ела рано. Ну молодец, видишь, она опять сегодня ничего не жрала, вот ну пожалуйста. Подожди. Сейчас затылок. А лучше чай, давай, знаете, остатки чая. Лучше тебе банку. Дай на затылок. Смотри, ты банку отверни. Банка холодная, не сбери. Сейчас я налью ее чай. Сладкий ее. Отверни ее. Сейчас внесем, внесем. Блин. Не можно. Разоело. Лен. На сладкого чая, я тебе не горячего сделала, на попей. На. Сейчас, я прямо сейчас пролью. На, давай тебе держи. Прям сладкий попей чай. Холодно? Холодно. А, можно же. Я тебе водой от души сегодня облила, Лена. Волосы даже не знаю. Поехали просто в гостиницу. Гостиницу сделаем. Там на глазах у изумрудной публики уже смысла никакого. Давай, знаешь, что на нее сделать? Сейчас ей надо... Есть какую-нибудь резинку у кого-нибудь? Там этот крапун. Где? Серег. Да, пожалуйста, Саш. Сейчас мы ей капюшон на голову. Один, а то она вся мокрая, чтобы не заболела. А можем бандан черный? Давай. Е-мое. Лен, не больно? Нет. Что, Дина, прям нафигачит? Так вот нахуй.
начинала читать Ницше, не в обиду там сказано тем, кто его любит, я прочитала две страницы, я плевалась. Я не могу читать, это, ну, с моей, да, точки зрения, такой бред написан, ну просто бред. Очень давно не ходила в церковь, первый раз когда пришла. Я вот попала на исповедь к этому священнику, который сейчас является моим, ну, духовным отцом, да, начала ему все рассказывать, что я вот являюсь арийской группой тату, что у нас лесбийские имя, та-та-та-та-та-та, это же тоже, ну, Содом и Гоморра. Вот. И он, конечно, там сначала смотрел на меня вот такими вот глазами большими, то есть, как бы, ну, ему, видимо, тоже страшно стало. Потом там вроде как, ну, разговоры, вот, и он как бы, он вообще мне сказал, тебе пора начинать сольную карьеру, куда-нибудь направлять ее в то русло, где там нет никаких таких, ну, штук-дрюк. Мироустройство, оно в чувствах, в отношениях. Все? Да. А все остальное, это... Все остальное – это следствие этих чувств. Мы все-таки живем по законам этого мира. Вот, то есть я, например, со своей стороны, я не готова, например, бросить все, да, ну, как бы там, или же полностью посвятить себя там Богу. У меня чуть другая жизнь, но при этом я верю, что Он есть, и мне всегда очень плохо, потому что, ну, как бы, все мы люди, все мы грешные, там, все время, боже мой, какой ужас, что же со мной дальше будет? Страшно. Страшно просто потому, что неизвестность впереди. И даже вот почему-то многие говорят, там, вот, умирать не страшно. Кому-то страшно, кому-то не страшно. Мне страшно сейчас. Смерть – понятие. Это понятие. Понятие страха, которое символизирует страх. Чувство страха. Смерть – это понятие, основанное на чувстве страха. Когда думаю, я ложусь иногда ночью и думаю, вот интересно, что будет, если я сейчас закрою глаза, усну и не проснусь больше? Что там дальше? Вот. Никто не знает. А кто знает, тот не скажет нам об этом никогда. Вот. А там просто очень это как-то серьезно. Меня книга не то чтобы напугала, я просто почувствовала себя как каким-то... Там, как вот какашкой такой, прям большой какашкой. Вот. А, я тоже могу картинку тату показать вам. А где мой телефон? Короче, это, ой, это, вот, мальчик гей, слушайте. Куда? Слышно? Это мальчик гей. Ну, просто надо звонить, и будет громче играть, а так просто тихо. Вот это нас не догонит. Вот это, скажи, зачем? Вот это я сошла с ума.
asking for help. It's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free. У нас группа «Тату» продолжает вызывать интерес, потому что, в общем, это первый и пока последний наш успех за рубежом. Но не слишком ли он дорогой ценой дался этот успех? Что надо следующим нашим поп-звездам, сделанным или, так сказать, естественным, для того, чтобы вот так же добиться успеха? Ведь уже ждут... чего-то этакого. Просто, знаешь, жалко то, что вот так вот все начиналось. И так вот все, если это все закончится, так вот все именно грустно и плачевно, знаешь, на самом деле. Потому что так все это, я прям помню, какой был бум вообще в стране, сколько было людей, которых нами интересовалось. Просто все журналы, все газеты, блин, все о нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все такие счастливые, говорят, блин, вот молодцы, говорят, девчонки. Сейчас, блин, все. Понимаешь, сейчас все, сейчас и в Москве, блин, все заглушие, в России, считай, альбома нету. В Америке Мартин с нами не работает. Сейчас петь — это пока единственное, что я умею. Вот, и то, что единственное, что мне нравится, к чему у меня там тянется душа и так далее. Дальше не знаю, что будет, у меня все меняется очень часто, потому что был такой период, когда думаю, все, надоело, не могу больше, все, хочу там семью, детей, там, готовить борщ и так далее. Кать, я хочу жрать. Жрать хочу, не могу. Нет, ты молодец, Саша, сырка не поддается. Я сегодня съела, Саш, два сырка и две кружки чая готова. Все. Вроде как жарко, как бы есть не хотелось, а сейчас что-то прям как-то... Я уже чувствую, что у меня там скручивается, что-то начинает так покручивать, повинчивать. Сейчас покручу, съедим. Да, так у меня денег нет, ни хрена вообще. Ну, Лен, ты что-то добываешь? Хочется чего-нибудь такого, какого-нибудь супчика хочется. Я не думаю, что у нее будет такой пик, как вот был раньше, на самом деле. Конечно, очень бы нам этого хотелось. Да, мы по-любому будем, даже если они будут самой голимой группой, мы все равно по-любому будем за них болеть, голосовать и тому подобное. Да, как да. Бы. Ну, как бы, я просто так думаю, как бы, но это мое мнение, девчонки. Вот если будете смотреть, не обижайтесь ни в коем случае, потому что, как бы, ну... Если даже тату себя проявит в каком-то другом качестве, ну, никак певица, уже не мы все равно будем уже, их поддерживать в любом их начинании. У меня недавно была идея пойти петь церковный хор. Но потом я что-то так подумала и подумала о том, что сейчас пока есть вот так, в любом случае Бог дает нам все это не зря. Вот почему вот именно меня выбрали на кастинге? Почему именно я стала солисткой тату? Вот почему ты работаешь там репортером, да, ну или кем там? Вот, потому что так сложилось. Не зря же как бы Бог делает нас такими, какими мы есть. Значит, у каждого должно быть какое-то свое предназначение в жизни. Его просто надо найти. Just be honest, we're gonna run. Nothing can stop us.